Всем привет, с вами Данурандан, Сагочка. Я уже не помню, как в Террарию играть. Рыбу надо ловить на зелье, да? По-моему, все фруктовые жизни нужно съесть. Перед этим, перед уничтожителем. Чтобы Плантеру уже на полном здоровье встретить. А, я зря сюда иду. Ну, давай сразимся с каким-нибудь. Механический череп, например. Делать нечего все равно. У меня, кстати, арена одинарная, нельзя спрыгнуть в другую линию. Очень обидно. Тихо. Его голова, она самая страшная. Почему не на коне? У меня конь отключается. Автоматически. Как лучше, кстати, тактика. Типа.
Но сейчас даже если утро наступит, все равно его, ему конец, у него жизнь закончится. Он утром в режим берсерка входит. У него хорошие аптечки. Прибавляем. А мне стрелы джестера предлагают сделать. Почему? Сундуки что, обычные? Зелья шахтера. Ну давай сразу 4 сделаем. Через верх, наверное, в джунгли отправлюсь. Тут рыбалка у меня была. Всем ничего не помню. Это сундук с ловушкой, что ли? Да, так и есть. Ой, как там опасно. Ой.
сделать. Мне ножи выбить нужно в райском биоме как-то. Уж они-то какие полезные. Лучше этих глаз дурацких. Ну все, пчела у меня отключается. Она боится влаги. Вот же он фрукт. Едим. Не обижайтесь, если я где-то что-то пропускать буду. А вот он, фрукт, еще один. Потому что с кем не бывает. Почему? В каком-то райском биоме. Мне эта влага мешает. Сильно. Надо не по прямой, чтобы потом второй раз, когда приду, не разбиться. Тут джунгли заканчиваются, к сожалению. Thank you.
кристалл в форме сердца, это не надо. К сожалению, не это еще. У меня уже есть светильник. Сердечный. Может мне в нижнюю часть джунглей спуститься? Пробовать. Вот там еще не смотрели. Да вы что? Так как я ненавижу этих помощников в глаза. Они вроде бы лучше чертей вот этих. Лучше, да, считаются, чем черти, но они еще недостаточно хорошие. Хороших мне никак не могут предоставить помощников. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. 12 монет золота. Жалко. Хорошо, что платина не потерялась. Видимо, у меня ее... Она не с собой. Да? Вот так. Но я оставшееся золото сюда сложу. Мелочь. Не хватает 50 жизней.
Вот этот гриб надо в какой-нибудь сундук сложить. И рыбу сложу. Да. Босс. Замечательно, босс. Погоди, надо отложить зелье, где... Да, шахтерское. Потом завязается баф. Причем у меня затмение и босс, да, одновременно? Мне это не нравится. Затмение — это очень сильный ивент. Оно само на уровне босса. Не нравится, что это одновременно. Не буду друг другу помогать. Кстати, может сэкономить? Все уже не поканомишь. Ну вот этот босс, которого мне никак не удавалось победить, но ему поможет затмение. Конечно, поможет. Поможет. На него еще нужно особое рыбное зелье. Варить. Ну, таких затмений есть мини-босс, который поможет мне изготовить тарамеч. Одна... Виверна вонючая. Ах ты, виверна. Я тебя ненавижу. Ты на эксперте вообще не нужна. Что на эксперте никто не крафтит крылья. Только поехавшие. Тут вообще не кстати. Какая глупость. Ракушка Нептуна одета вместо вещи на здоровье. Но она, конечно, в джунглях нужна. Там одни подводные озера. Так-то она... Она мешает одеть более полезные артефакты.
А у меня когда цветет мертвая трава во время кровавой луны? За игру не помню. Приблизим. Сложнее вблизи видеть, не вдали. Кстати, арбалет, если бы у меня был класс стрелка, это было бы мое основное оружие, как у босса. Очень классный арбалет, хороший. Плюс оно еще сочетается с зельем на лучника. Что это не пулемет, стрелы. Хотя я люблю ракетомет больше. Как же это называется? Celebration 2, по-моему. Ракетомет хороший, хороший. Но с мунборда, кажется, выпадает. Тогда уже играть неинтересно, когда она будет. Что игра пройдена. И что? Кончилось затмение.
Ну давай сложим некоторые ингредиенты. Везде их с собой таскаю. А это да, на уху. Рыбка. Мумии. Я хочу себе дробовик черный сделать. Если попадется мумия, это будет хорошо. Так, я не могу атаковать. К тому же тут ничего не видно. Темному дробовику быть, думаю.
Нет, эмблема не сыпется. Почему-то. Мумия здесь, что ли? Нет, она деспавнилась. А здесь светлые должны быть в уме. Мне почему-то игра хочет сказать, что эмблема мне не выпадет. Что мне хочет сказать? В зимнем биоме панцирь ледяной. Черепахи ценен. А я не помню, где у меня зимний биом. Посмотрим. Слева, да, вроде? Давайте еще на него похотимся. Ой, что я делаю? Но она на Мулнорде, скорее всего, только будет нужна. Эта вещь. Божьих коровок убиваю. Это я выкину. Хотя, может, продать можно. А это не зима. Да? Зима справа. Чушь и так. Так себе, оказывается, по цене было бы выкинуть, действительно.
Разменяем платину. Ищем ледяную черепаху. Ну, нашли. С нее не выпало нужная мне вещь. Нет. Ледяной великан или как? Нет, это не великан, это что-то другое. Ой. Ну, можно АФК как бы сражаться. Как мне удалось пробить этот лед, непонятно. Казалось, что на пчеле он не пробивается. Не выпал. Фея ледяная. Так ее назовем. Ловушкам тут не надо быть.
Не знаю, чем дырку заделать. Не, никаких дружецветов. Вообще не нужны. Ха, но они новые, конечно, придут. Как-то не выпадает что-то. Ну давайте тогда мечи искать, что ли, в райском биоме. Раз здесь не получилось. Верно. Заодно можно кристаллы собирать. Серебро вроде бы не нужно уже. Может, они внизу? Более нижнем уровне. Ну, там грибной биом. Да, пока не видно сами мечи. Не то, что дропы с них.
Ну где наши хаоситы? Не хаоситы, мечи. Хаоситов вот хоть добавляй. Нет, их тупо нет. Я не знаю почему. Просто не встречаются почему-то. А вот он. Значит, они тут есть все-таки. Дайте еще одного. Ужас. А, там тоже. Тоже паук.
Ну и как мне еще заспавнить? Меч. Еще один. Кристалл жизни. Ну пусть будет. Скелетом я не хочу иметь дело. Thank you.
Что ты показываешь? Странное растение? Эту серию назвать надо «Странные растения». Ничего особо не выпало. Даже черные эмблемы не выпадают. Почему-то. Вода мне помешает. О, меч. С него не выпали мечи. По-моему. Не знаю. Проверяем. Нет, не выпали.
там вода, что ли? Ловушка. Нет, грибы мне не нужны. Мне меч. Поехавший меч нужен. Здесь, кстати, удобно. Давай еще соберем. Соберем. Теперь у меня три. А может их почаще расставим или где замок поставим? Хотя нет, там сражаться не будем, где замок. С мунным лордом. Мы его будем отводить к нам. Почему-то рай здесь не распространяется. Не хочет. О, кристалл, призывающий босса. Я чувствую, что не полезет уже этот клинок, если найдется. Так много чего полезного расфасовано. Рыбу тоже убьем. Чтобы на меч было место для заспавна. Ой-ой-ой-ой. Что я делаю? Вообще не то. Ладно. Уже начинаем чудить. Начинаем. Бесполезно ерунду делать. Ну. Так, лошадь серебристая будешь.
Ну, пусть так. В джунгли. Верно? В джунгли хоть какой-то смысл. Что там такое? Надо припуститься. Видно, где фрукт. Убей. Блин, где я нахожусь? Сейчас убью. Вы видели. Надо заживать это сердечко. Хорошо. Пустоты букашечки. А, ребафнуться надо. Спелеолог пока действует. Надо успеть попасть опять в джунгли. Есть фрукт. Да чтоб тебя. Вы специально? Почему они меня убивают? Потому что у меня броня какая-то не такая. Еще фрукт. Тут одни фрукты. Thank you.
А где зелье? По памяти буду идти. Вот фрукт жизни. Там еще есть. Факел ты хоть можешь скрафтить? Ну такой получше будет. Блин, эти поехавшие помощники, они там застряли, и теперь от них нет пользы. Ладно, отправляемся домой. Помню, кстати. Наш выглядит. Не нужен кошка Нептуна. Нужно объединить все ракушки, да? Как-то и эмблемы. Мне еще рано. Не помню, как всегда, не помню зелье. Мерцающий корень, луны сияния, правильно. Кучка из Микки Мауса. Кстати, тут тоже могут быть фрукты жизни, да? Хорошо. Не надо так сильно заглубляться, оказывается.
здесь нет джунглей. Пять осталось, ну как хорошо. Всего 5 дурацких фруктов. Бесячий. О, фрукт. Лучше бы тут светлый биом был. Потому что тогда можно было бы мечи фармить одновременно с этим. Не то. Там артефакт выпал, но я его брать не буду. Они больно часто падают.
Может, наверху где-то. Мне 4 осталось. Искажение есть. Ну вот же. Вот же оно. Нашлось. Мне что, конфуз наложили? У меня фонариков нет. И не сделать. У меня вот она, фруктовая жизнь. Нашлась. Две осталось, да? Два фрукта. Это вообще не тот биом. Вон, видите, как же он меня бесит. Там не может быть ничего полезного. И вот еще мрамор. Не прокатывает.
стреляли, что ли? Опять. Молот это брат меча. Не, ну тут зуглей нету. Уже кончились. Наверное, тут просто маленькие джунгли, поэтому так долго играем. Долго так ищем, в смысле. Все эти фрукты. Вообще небольшие. Надо подождать, пока новые вырастут. Что-нибудь еще пособирать. Мечи пофармить или этих черных мумий пробовать. Пулемет. Дробовик выбить. Скрафтить, в смысле. Конечно же. Верно? Все, не надо теперь больше отдаления. Не нужно. На боссов, кстати, в приближенном режиме лучше даже, чем в отдаленном. Отдаленный лучше для сбора сердечек. Вижу больше.
клеточек, где они могут вырасти. О, кристалл. Где как удобно. Приближенным это удары по себе хорошо видно. По мне, когда удары делают, я вижу. Вижу себя. Ну, кстати, разрешение 4К сейчас стоит. Это не особо влияет, конечно. Все равно слабая графика в игре. Ну, кстати, их часто много стало спавниться, почему? Может, какие-то фазы луны? Мне меч нужен. Летающий. Кстати, мои факелы вообще их не расставляю. Чё это? Мешает.
Грибы. Не, лучше факел давай. Погодите, там отравляющий посох. Кстати, яд страшненный на мне сейчас. Великан какой-то. Ничего себе, какой он полезный. Какой у него с него дроп нет? Только денежка. Похоже. Возьму безудержную полироль. Жезл раздора. Тоже надо. Я таким не пользуюсь. Наверное, вместо слизи. Все есть, кроме того предмета, который с мечей. Выпадает. Thank you.
Ну давайте в джунгли два последних фрукта Давай с пчелой сразимся. Пробуем. Блин. И что это такое? У меня нет моей этой.
разлома. Или как он там? Разлом, по-моему. Потерялась. Ищем. Небесный разлом. Угу. Шлась. Зараза. Как-то не удалось найти сердце. Надо еще варить зелье. Смотрите, 4К, 3740, 200, 2160. Блин, даже выговорить это сложно. Посмотрим. Многопользовательская игра, присоединиться. Что это? Чушь какая-то. И мне это говно предлагали играть. Отстой. Текстурпакс нету. Никаких текстурпаксов. Ну это, знаете, это грифелить кого-то, наверное. Мы мунлорда убиваем, а в многопользовательской игре это чисто гриферство. Вообще другая цель. Цель уже не мунлорд. Как-нибудь посмотрю, что за текстурпаки, но не сегодня. Уже 2 часа идет. У меня камера съехала. Погоди. Так, поближе сделать. Лицо крупное. Вот так вот сойдет, ребята. Кстати, помада уже скоро закончится. Ой. Вот трубу использовать. Это хуже. Че, варим зелье? Четыре зелья. Меня вообще YouTube, наверное, забанит за многопользовательскую террарию, что я не буду в нее играть. Я не знаю.
То, что там такую жесть можно будет творить. Издеваться над детьми буквально. Я не хочу, чтобы... Но этим заниматься не буду. Ни на Ютубе, ни так, наверное, не буду. Смысл. Просто хочу донести эту мысль, не играйте по мультиплееру. Креативные игры. Вообще этим не занимайтесь. Никогда. Не портите себе репутацию. Ой, как хорошо, что тут воду подстелили. Потому что мне бы сейчас конец был. Я вообще не вижу ни одного цветка. Может, они завтра вырастут? Когда-нибудь вырастут, как говорится.
Надо попробовать нижние джунгли. Что тут еще может быть? Что такое? Я не вижу ничего. Уклада надо попробовать поискать. Там мало смотрели. Да, есть один. Миша, блин, убьют. Фух. УЗИ. То есть инграм. Блин, надо поиграть в этого, как его. Макса Пейна как-нибудь. Такая хорошая игра. Там он еще инграммом назывался. 38. Я еще чем-то могу стрелять. Мне вроде как повезло, я попробую с инграммом. Какая-то кучка. Не, ну не к черепахе же. Она очень больно бьет. Ой, еще сердце. А что я тут делаю, собственно? У меня уже есть все фрукты. У меня, кстати, рыба, по-моему, даже есть. Нужны мне зелья. Давайте мечи искать.
Бабочки на статы. А вы помните, из чего делается этот, как его, механический червь? Мне бы наделать механических червей. По-моему, чисто черное. Сейчас подумаем. Чисто светлые это близнецы, а вот этот вот скелетон, он наполовину вроде бы, да? Светлые и черные. То есть мне нужно фармить подземные эти подземные еще искажения. Ну, только рай подземный. Великан, кстати, интересно, что снимал. Уходит. Денежка 30 тьмы, 100 света. Их на мифрилке, что ли, вот мы делали? Надо вспомнить. Наделать больше. Но мне еще рельсы делать к плантере городской. Руда ушла, вот это все. Мне вообще выкинуть хотелось. Но можно будет потом делать, ковать из нее вещи, продавать. Получать монетку. У меня есть смысл еще. Можно и мечи, может быть, выйдут. Но мечи не выходят.
Не знаю, как их позвать вообще. Как их умолять, чтобы они выслушали. Дурацкие мечи. Спрашиваем, сколько стоит вот это 5 3 5. Смотри, лучше считается. Чего меч продаю, наверное, не хочу что-то я его вообще. Патрон, УЗИ, святой арбалет. На них зачара нет, что ли? Я что-то не вижу зачары ни на том, ни на другом. Смертельный. Неистовый. Нет. Ну кому нужно это отбрасывание? Нереальный. Нереальный, так нереальный. Ну давай на критический удар. Лучше критический удар этим питомцам. Критический удар — это хорошая вообще вещь. Теперь пули какие-то и хоровые, что ли? Как их делать? О, смотрите. Quad Barrel Shotgun есть. Вот он как Quad Barrel Shotgun должна быть. Эта пушка, которая... Надо взять такую, такую и поспрашивать у гида. Как делается, уже не помню, потому что ну, на пуле хороший урон какой. Но у нас запутанность на этом, на Мунлорд не, на Мунлорде не будет. А? Чего?
проклятые 15 урона. Хлорофитовые. Проклятые хорошие. Да ладно, какие вибрации. Оружейник, кстати. Да не хочу. И ваши вибрации. Может его в святой броне убивать? Это чисто на урон у меня броня. Кстати, да, это мысль. Он быстро разматывает. И в на ближний бой, который, да? Вариант. Занес слитки. Нагрудник. А, на миньонов? Так. Ну, на ближний бой я ее делаю, но я буду не ближний. А это, наоборот, очень жертвует защитой, но создает нам такую урон на все классы. То есть, хорошая броня, надо ее сохранить. Ну, то отлично. Почему у меня их так мало, дестройеров? Всего одна. Надо про запас. Гида убили? Вроде.
Мне он нужен. На ком попробовать этот инграм? Неплохо. Четыреста единиц урона где-то. Может, гнили не хватает? Зелье выносливости и призыва. Делаем, но... Надо припрятать. Их очень мало. Другие зелья. Тоже кончаются. Зелье кактуса, например. Надо бы еще. Но это всегда стак должен быть. Грибы, да, надо искать еще.
Регенерации маны. Мне нужно не регенерация, нужно другое немножко сделать. Урон от маны вроде магический. Не знаю, как сказать, блин. Не помню, что там. Без гида невозможно ничего сделать. Я помню, что там похожие ингредиенты были. Мертвая трава. Так просто. Ну где у меня вообще водятся эти мертвые травы? Орехалк не нужен мне сейчас. Вот тут у меня растут мертвые травы. Нужно кровавую луну вызвать, чтобы их собрать. Где же? А, вот. Ну, мы будем сейчас вызывать всю эту ерунду. Ну
Ну, на днем не получится, наверное. Ночью дать. Больше зелий. Стак был целый. Пока можно мечи поискать. А надо было у гида поспрашивать, почему у Михаила червь так плохо получается. Что на него не хватает. Давай. Ну посмотрим. Хайник. Гнили. Либо позвонок. Стим. Панкер. А, ну можно пули на шестеренках было сделать. Они очень хорошие. Пойдем, значит, черных мумий делать, искать темных мумий. Заодно гниль собирать. Я снимаю 4 часа. Ну можно и 4 часа снимать, какая разница. Мумию дайте.
мало гнили что-то. Больше. Ну и где мой кусочек гнили? Шестой. Пятый-то у меня уже есть. Шестой давайте. Где он? Мумия. Она ничего не дропнула. Вот зараза. Как я ненавижу. Еще где? Вибрации из глубины. То есть вы хотите сказать, что вот мне вот сейчас прям надо сразиться? Ну да, это получше будет. Получше всего.
Лучше сильно не разбегаться от него. Так, а мне еще призывать можно одного. Зачем же я тогда это зелье валюсь? Не использую. Пюрет. По большей части сферы надо бомбить. У него не в уроне делать, да, в этом бою. Если возьмут супер урон, то будут часто выскакивать сферы. И они будут меня более успешно убивать. Но, тем не менее, за ночь надо успеть убить. Надо с умом подходить к бою. Куда попало, не шмыль. Гарки. Когда же уйдут эти дурацкие сферы? О, жизнь клопала. Надо собирать. Блин, его плохо дамажу. Почему? Ну, поднажми. Почему ему помогают всякие уроды? Да что ты? Господи, чуть-чуть оставалось. У меня, кстати, зелья здоровья вообще слабенькие были весь бой. Видите, 80. Что за ерунда? Какую 80? Откуда, кстати, это зелье? Оно последнее, что ли, было? Как это, как мне бесит. Почему такой ужасный урон? Может, мне оружие ближнего боя искать? Мне же броня, броня ближнего боя. Да, она идеальная. Второй меч был бы. Мечтать не вредно, как говорится. А, ну эти мечи.
вместо глаз влазит. Дабы получилось убить. Вот они ни в какую не спавнятся, эти мечи. И с них очень редкий этот дроп. А с чего я, собственно, лечусь? У меня вообще нет лечения лечебных зелий. Не помню, как они делаются. Ну, вот они. Это солнечное затмение, что ли? Что-то не пойму вообще. Ну, с этими зельями был бы шанс победить. Они из осколков. Вроде бы. Угу, и из песка. Фейного. Песка нет. Уж не знаю, куда их сувать даже. Куда их фасовать. Но без них мы не выиграем, это точно. А, вот это вот, вот этим мы пользовались. Медом. Позорным. Вечно что-нибудь не так. Да, если повторить бой, но уже с этим, то может получиться. Но уже с большим лечебным зельем. У меня зелий маны теперь нет. Да? Тут тоже ничего не получится. Ну вот они. Туда еще грибы надо. Но мне хотелось бы вообще не среднее, мне еще лучше хотелось сделать зелье маны. Но я не помню.
Кстати, мертвую траву можно 7 штучек посадить. А, не, мне сейчас деньги бы нужны были. Чё, кстати, платина одна, их несколько было. Куда они запропастились? А фей же нет, фу ты. Не получится катку купить. Наверху грибного биома у меня нету. По-моему, рогами она еще делается. Сейчас проверим. Нет, не помогает. Дриада, кстати. Семь кадок. Мертвые травы. Без автоматики давай. Ну. Или сейчас опять сражаться с этим уродом. Оставим до следующего раза. Всем вам спасибо, что досмотрели до этого места. Всем пока.